Вы знаете, я бы хотел видеть в рубрике как можно больше, во-первых, спортивных достижений. Я бы хотел, чтобы в рубрике освещалась, опять же, проблемы, например, людей ограниченными возможностями. Мне бы хотелось бы также, чтобы мы поднимали проблемы строительства спортивных сооружений. Чтобы можно было узнать из этой рубрики, куда пойти, где заняться спортом. Может, кому-то волейболом, футболом. Вот. Я представляю, я как тренер по плаванию, естественно, мне интересно вот это направление. Хотел бы видеть обзоры футбола, разных матчей, там обзоры там легкой атлетики, также тяжелой там атлетики. Я думаю, больше, наверное, игровые виды спорта, которые командные игры спорта, там, где задействовано как можно больше количества участников. Такие они и более зрелищные виды спорта. Я бы уделила больше внимания, наверное, женским видам спорта, как женщина. Пускай это будет волейбол, где у нас играет много девочек. Пусть это будет женский футбол. Про женские команды у нас в городе вообще никто не знает, что она вообще существует. Обзор детских соревнований. Потому что очень приятно, когда приезжаете, снимаете, берете интервью. Детям нравится, они как бы заводятся, хотят себя тоже видеть. И преображаются, будем так говорить. Хотел бы не видеть обозрение спорта такого, например, как футбол, хоккей и баскетбол, чтобы показывали по телеканалу, и мы получали об этом информацию хоть какую-то. Ну, в принципе, у нас с вами более 40 федераций, поэтому, я думаю, актуально каждую неделю показывать несколько видов спорта. И не забывать такие, как у нас, допустим, Чамбара развивается хорошо в Луневском поселении. Это бой на надувных мячах, так это японское. Ну, хотелось бы видеть больше женских видов спорта. Там аэробика можно было бы, фигурное катание, также мужское, женское, парное было бы интересно наблюдать. Ну, волейбол тоже бы хотелось бы видеть. Так. И футболы тоже можно смотреть, баскетбол такого типа. Хоккей. Хотелось, чтобы у нас побольше освещался бы футбол, который районные первенства, областные первенства среди мужских и детских команд. Также у нас баскетбол, женский футбол у нас. Девочки играют, нет команд, чтобы их освещали.